Арсений Селезнёв, зверобой, обратите внимание, вот эта курица голодает. Вот эти все как-то активные, более-менее движутся, а та стоит, голодает. Это будет видно, наверное, сейчас пойду кормить всех, остальных возьму мешок. И та, которая останется, курица, значит, она вот так вот мы плотно идем кушать. Почему мы идем далеко кушать? Во-первых, чтобы куры оставались больше на участке. Вот смотрите, видите, осталось там. В общем, пройти невозможно. Прямо перед ногами падают под ноги. Некоторые даже останавливают. Стоп-машина, говорят. Вот тут я ставил. И видно, что тут очень сильно вытоптано и выедено. Они всю траву выели. Зеленую и сухую. Сено. А теперь я сюда поставил. И тут тоже выели. Вот сегодня буквально. Тут была вот такая вот густая трава. И палки валялись. Теперь уже так более-менее чисто. Вот обратите внимание. Видите, там стоит. Значит, ее надо будет словить и посадить в клетку. Вот тоже такой вариант кормления. А вот этот цыпленок, вот этот маленький цыпленок, уже, так как тут кормушка большая, то успевает... Прыгает в кормушку уже все самостоятельно, максимально. Я еще, конечно, немножко помогаю. Где она там? Видно, что рост пошел. Пошел рост у этого, у этой курочки. Так что все еще впереди. Вот он. Отдельно от всех. Ну что ж, а теперь кормление. Кормлю я вот этого петуха, вот этого петуха. Иди, тут самая крупная курица. И вон ту курицу. Вначале подкармливаю, а потом уже все остальные. Это не по габаритам не влазит. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнёв, зверобой. Как вычислить курицу, которая ослаблена. Все вроде одинаковые. И рожи у них тоже одинаковые. Но ничего, вычислить получается. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.